В данном видео мы рассмотрим, как строить воронку в табло. У меня есть небольшие данные, которые содержат уровень воронки в нашем случае и количество человек на каждом уровне. И мы видим, что оно уменьшается. Соответственно, данное представление можно построить, например, для интернет-магазина, чтобы мы могли наглядно и довольно красиво посмотреть, как у нас уменьшается количество человек с каждого этапа. Этапа может быть, например, посещение сайта, посещение на втором этапе посещение определенной страницы, на третьем этапе, например, перемещение товара в корзину и на четвертом этапе оплата этого товара. Также это может быть представление использовано в какой-нибудь в компании, в которой мы также могли посмотреть уменьшение количества игроков на каждом уровне игры. Давайте посмотрим, как можно ее построить. Я выношу уровень в ряды, собственно, пусть это будет воронка продаж, и это у нас будет уровень этой воронки. И количество человек я выношу в колонке. Вот. Для того, чтобы мы получили симметричную часть в левую сторону нашей колонки, мы должны создать вычисляемое поле, которое будет, по сути, отрицательным значением того же количества. Вот так будет выглядеть это поле. И я его выношу, собственно, перед полем количества. Вот теперь мы видим уже, что у нас график приобретает очертания воронки. Я его сделаю на весь экран и увеличу размер. Можем поменять цвета, чтобы она у нас примерно вот так вот выглядела. Уберем некие формальности, чтобы у нас было посимпатичнее. Вот, можно скрыть ось, чтобы у нас ее не было. И вот так вот выглядит воронка. Мы можем также добавить количество, собственно, в представление, чтобы сразу видеть количество человек на каждом этапе воронки. Или же мы можем сделать table calculation, чтобы посмотреть уменьшение процента игроков или посетителей с каждого этапа воронки. Ну, для того, чтобы это опять же было посимпатичнее, мы можем немножечко изменить формат. Я для этого пойду в интернет и скопирую вот такие символы стрелочек. Точно такую же стрелочку вниз. Вот, теперь мы видим уменьшение процента посетителей нашего сайта на каждом этапе воронки. Можно также построить вторым способом. Для этого я создам еще один лист. Мы, по сути, будем использовать те же поля, но сделаем график, который будет больше похож на, собственно, представление физической воронки. Мы опять же выносим уровень в ряды, а в колонке мы выносим measure values. Я уберу отсюда лишнее, оставлю только наше положительно-отрицательное количество игроков. Теперь я копирую measure values, нажав Ctrl, сделаю двойную ось и синхронизирую оси. Также сделаю представление на весь экран и сделаю его линейным. Теперь в нашу первую пилюлю с Measure Values я вынесу Measure Names в путь, а во вторую пилюлю я вынесу Measure Values в путь.
Вот мы уже видим, опять же, что у нас вырисовывается вороночка. Опять же, мы можем поменять цвета, сделать представление чуть-чуть побольше, потолще. Здесь уже на свой вкус. Убрать все лишнее с представления. И скроем оси. Вот теперь посмотрим, как это выглядит. Сюда мы также можем добавить изменение количества игроков. Сделать его только на одном конце линии. Сюда можно также добавить reference line, чтобы у нас воронка стала чуть-чуть поуже. Для этого я создам вычисляемое поле. Которая будет выглядеть следующим образом. Мне нужно максимальное значение количества человек на представление. И я его умножу на 1,5. Выносим его в детали. И я ее скрою, чтобы ее не было видно, но воронка, тем не менее, у нас стала поуже. Вот так выглядят воронки. Можно использовать любую в зависимости от своих предпочтений.